селе Анисов Черниговской области находится крупный многоотраслевой колхоз «Всесвитный Шовтин», утвержденный участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В первое время после войны весь колхозный скот помещался в этом сарае. Теперь в колхозе построены образцовые животноводческие фермы. На фермах 650 голов крупного рогатого скота симментальской породы, 300 лошадей, много домашней птицы. Почти 4 миллиона рублей дохода дает только одна свиноферма. Колхоз первым на Украине стал разводить новую породу свиней, полесскую черную. Свинарка Александра Мининко вырастила от каждой из 12 свиноматок по 16 поросят. Свиньи новой породы к 10 месяцам достигают 200 килограммов веса. На Всесоюзную сельскохозяйственную выставку поедут лучшие люди колхоза. Среди них председатель колхоза Андрей Герасименко, зоотехник Леонид Пайда, Феодосия Дмитриенко, заведующая свинофермой, свинарка Мария Шмай, телятница Ульяна Кравченко, свинарка Александра Мининко. Достижения колхозников артели «Всесвитный Жовтин» широко известны на Украине.